Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая посылка. Посылочка вот здесь с угла прям смят один угол. Не знаю, видно будет, нет. То есть прям углом куда-то оно упоролось. Хорошо так. Ютек это получается доставляет до Украины, а уже по территории Украины доставляет эти посылки новая почта. И непонятно, то есть где оно так уперлось, то есть вот один угол посылки смят. Тут игрушка для моего сына на день рождения. Надеюсь, она что хорошего качества. Вот. У него будет много игрушек, но это мне... Ему нравятся динозавры, в общем, и я когда увидел ее, была акция, распродажа, ссылка будет в описании, ну, в общем, я не удержался, купил. Ободрав слой пленки, увидели, что еще в одном пакете, здесь наклеена ютековская наклейка, и вот угол вот здесь, прям видно, что он вмят. Сверху виднеется накладная. И... как обещанный, приклеен обещанный фонарик. Итак, это из магазина GearBest. Вот коробка вот здесь вот так умята. Я надеюсь, что запчасти там и детали не пострадали, потому что все-таки на подарок. Ну, коробка это не важно. То есть по логике давайте посмотрим на фонарик. Коллекция фонарей пополнилась. Такого еще у нас нету фонарика в виде черной смерти вместе с арбузом, как правильно. Вот. Ух ты. Круто, фонарик понравится сыну, зайдет, у него их много уже. Целая коллекция, буквально вчера он с ними бегал, носился по квартире, игрался. Вот, откладываем. И давайте посмотрим набор. Вот такая вот дорога должна получиться с машинкой и динозавриками. Здесь показано, что можно сделать спиральки такие. В общем, давайте распакуем и посмотрим. Коробку я сразу отложил, и давайте сразу скажу, что ну прям в глаза бросается. Во-первых, он набор больше, чем я ожидал. Ты думал, она будет где-то вот такого размера. Она действительно такая широкая. И качество пластика довольно-таки неплохое. То есть игрушки ну, на уровне сделано. Ну, вот здесь есть такие косячки по пластику, но. Вот. Динозавры, они жесткие. Знаете, есть игрушки мягенькие такие, которые, эти жесткие динозавры. Ну, немножко гнется у них хвостик и так далее. И вот такие вот деревца есть. Я так понимаю, цепляются тут веточки. Да. Вот, их два дерева. Получается, раз, два, четыре динозавра. Один птеродактиль. Ну, то есть, пять динозавров. Вот такая вот гора. Два дерева и машинка одна, Jurassic Park, и вот такая вот разветвление дороги. Попробую сейчас сложить все и как-нибудь. Машинка еще и ездит, но тут нету, наверное, батареек. Но сейчас давайте попробуем все сложить и уже посмотрим, что и как. Ага, вот здесь получается вот такая вот жесткая, она не двигается. Это вот участок, таких их здесь два штучки. И вот такие вот, которые передвигаются, можно их, получается, поворачивать, заворачивать, как вам удобно. Вот, и можно их присоединять, я так понимаю, друг к другу. По поводу дороги. Дорога полностью, она хоть и разноцветная, да, то есть отсеками разноцветными сделана, но она полностью автономна и полностью разбираема. То есть можно любую запчасть, любую ее полностью на отдельные составляющие собрать. То есть если где-то у вас лишнее, допустим, можно одну отцепить или прицепить и так далее. То есть, ну,
очень круто все сделано, действительно, мне очень нравится и очень такое классное качество. Давайте прицепим, сделаем небольшую воронку, как показано на картинке. Полностью я собирать ее не буду, потому что нет смысла. И так видно, что все сделано довольно-таки неплохо и качественно. Мне очень нравится все. Вот. Просто я потом, будет трудно мне запаковать это все. Вот сделали такую вот вороночку. Остальные запчасти пока отложим. Батарейки в автомобиле обычные пальчиковые используются. Причем одни колеса снимаются вместе с крышкой. Передние. Заднеприводная получается. Ух, ничего себе, она едет. Неплохо. Довольно-таки неплохо носится. Довольно неплохо носится автомобиль. Ну, очень такой классный. И реально все качественно. Колесики у него здесь резины. То есть покрышка резиновая. Вот. Сделано, ну, реально прикольно. И масла, это неплохо машина. То есть... такая. Может еще и на потолок забраться. Игрушка мне очень понравилась. Вот такая вот гора. Здесь еще развилочка с направляющей, куда ехать автомобилю. Их здесь две штуки. Вот, ну прям бомба такая. Вот здесь будет чем нам заняться с ним. Вот, ну и естественно динозаврик. Из деревья. Очень крутая игрушка. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. На этом у меня все. До новых встреч и удачных покупок.